Женевская лингвистическая школа – одна из школ в языкознании, имеющая социологическую направленность и опирающаяся на курс общей лингвистики швейцарского лингвиста Фердинанда де Сасюра. Женевская лингвистическая школа продолжает традиции Женевского университета. Первыми представителями Женевской лингвистической школы были ученики Сосюра Шарль Балли, Альбер Сеш и другие. В 1940 году по инициативе С. Икарцевского было создано Женевская лингвистика лингвистическое общество. Основная область изучения Женевской школы – проблемы общего языка знания, изучение соотношения индивидуальных и социальных явлений в языке и речи, проблема семиологии, семантики и синтаксиса. Наиболее подробно исследовательские принципы и задачи женевцев сформулированы в статье Альбера Сеше «Женевская школа общей лингвистики» 1927 года. Клад лингвистов Женевской школы со сформулированы взгляды на язык, которые оказали большое влияние на языка знаний Хаха века. Так, лингвистов Женевской школы можно причислить к основоположникам таких лингвистических исследований, как стилистика языка, функциональная семантика, функциональная лингвистика и другие.